собрал и уехал. Ну и вернулся, короче. Были тут какие-то новые типы, там, Ситыч, Гитыч. Ну, не Гитыч, там, Игнар. Кто еще там был, Сахил? Ну, неважно, ты таких, наверное, не видел, не застал. А помнишь Энджи? Друид Рел был. Мужик такой, нормальный еще. Хорошо, и Релил тоже. Ну, короче, блядь... Понял, я захожу, типа, так и так, ну, меня там все здороваются, кто меня помнит, все дела. И я начинаю дальше собирать шлем, типа, говорю, так и так, все, и мне Вага говорит, все, ты дособираешь. И там варчик один начинает просто на меня орать, нахуй, в Дискорде, блядь. Какого хуя ты вообще кто такой, блядь, есть, нахуй? Да я тут в гильдии, блядь, да и мы тут фармим, понял, на меня вообще орёт просто в голос. Я сижу вообще в ахуе, на него, слышь, говорю, черт, блядь. И говорит, ты когда еще, говорю, под стол ходил, блядь, я тут уже целка хэн с пугами собирал, блядь. Ты тут мне будешь кричать, говорю, блядь. Короче, закрыл ему ебало, понял. Все, отжал у него ШМ. Но суть в том, что эти типы... такие мировые. Они сейчас в Асгардах сидят, понял? Но из-за них развалилось как минимум три гильдии, и в том числе у нас дохуя людей из-за них ливнуло, блядь. Так что если где с ними столкнешься, имей в виду, блядь. Зид, Игнар, блядь, вот у третьего ник забыл, отвечаю, нахуй. Там такая троица просто лютая, они еще соседи, понял? Зидыч, Гитыч, ты сказал, да? Нет, Гитыч это я так, блядь. Я помню, Зид хэпал, Игнар это шаман, и, блядь, Вар там был еще с ними, блядь, третий, нахуй. Я забыл его ник, вот который, блядь, мне предъявлял за осколки, блядь. Тоже какой-то у него там ник такой, блядь, своеобразный. Да и ну, не суть. Похуй на них. Просто есть тут такие актеры, блядь, которые по гильдиям прыгают, нахуй. И наводят шороху. Ну вот у нас тут хорошо собрались такие люди, самые спокойные, самые, как говорится, адекватные, более-менее на критику нормально реагируют. То есть взрослые люди, блядь, которые пришли на РТ по фасту закрыть, нахуй, не поебанить, блядь, понял? Mm-hmm. Не, ну как-то можно пообщаться там, все такое, пошутить. Но в основной массе, то есть люди тут на результат пришли играть. И вот эти, блядь, всякие флеймы непонятные, срачи, то есть тут это не приветствуется. Тут чисто все по-взрослому, блядь. Я как бы и сам тут немного на это влиял, пока тут был, чтобы тут это устоялось. Конечно, блядь, много людей хороших в офлайн ушло тоже за все это время. Но это отчасти Сирус повлиял на это со своими приколами, блядь. Вот. Слушай, ты это, стрим еще можешь закрывать, а то он у меня тут еще на фон это шумит что-то. Так, чё? Идем мы в РБК, да? Мы же собирались. Кто нам потанчит? А то я ебал. Надо вспоминать там, чё как жать. Кто нам потанчит. Ну, сейчас гильдии танчить некому. О, нихуя. Там, вон, можно к шаху плюсануть, он, может, доберет. Видишь, собирает волфрага. Шах. Я плюс хил сделал. Шаман собирает. Так, надо ему черкануть, что я с хилом. Да он это с гильдии, тип, давай, плюсуй ему просто. Сейчас соберется, сейчас найдется танк. Ебать, я РБК нахуй, знаешь, сколько лет не был нахуй. Ну это новые, понял, которые Стратхорим, блядь, Топи. О, это вообще не видел, что там сделали. По-моему, их на X4 еще нету. Он что-то говорит не может взять. Чё там, full DD? Какая шмотка, говорит, решает? Он говорит, какая шмотка решает. Я ему сейчас пизды дам, блядь. Гонит, что ли, блядь? Чё за шмотка? Ну,
Ну, он смотрит на твой левел, понял, и не хочет тебя брать. Я ему пишу, говорю, ты охуел, это топовый РЛ с циркуля, блядь. Да не, скажи, бомж, блядь, 20к, скажи, манекен дает. 20к в манекен, это нормально на твоем левеле. Ты где-то должен в таргет около 30 плюс давать. Под всеми бафами, там 35 в идеале. С шемом. Есть там пипотики, маслицы, все фласочки. Да, это все подрасчехлите сильно. Ну, это все потихоньку. Я думаю, улучшится. Блин, на месте-то стоять не будет. Ну да. Не, а так чисто на чили. Не, ну я их гоняю, конечно, кто тупит, блядь, ору на них, если они не реагируют по-другому. Я раз ник назову, два ник назову. Но приходится начинать орать. Алло, блядь, додик, нахуй, двигайся, ну что-нибудь такое, блядь. А по-другому никак. Если ты, видишь, вообще человек не в минозе, блядь. Ты сколько уже релишь? Да буквально вот месяц где-то. А, ну так это мало. Ты еще не прочувствовал вкус этой... Да я так со стороны-то наблюдал где-то, когда помогал. Полноценно-то я только с пугами где-то собирал, водил. А вот именно статик держать-то я не держал никогда. Да это да. Я, видишь... Но у меня, в принципе, понимание есть. Я это все со стороны как бы да, вникаю. Да это понятно. Ну хули сколько лет в игре. Я, видишь, ну, да. По отношению вот у меня развлечения пуги и гильдия очень большое. Я... Пугов вроде бы могу сводить, но я их не хочу водить. Ну вот настолько тут, не хочу. Тут нет, тут пуги и все, это мертвый вариант, я тебе говорю. Потому что там дауны, нахуй. Да нет, тут вообще много даунов, я не спорю. А что ты зови его в дис тоже, этого челика? А, он не разговаривает в дисе. А да похуй, хули пусть нас послушает. Я пускай там собирает патинам, забей. Ну а так даже пиздануть ему что-то можно будет. Да он и Лем, что ему там пиздануть? Геру я сам дам. А-а. Он нам не нужен, забей. Ну вот, короче, какая история. Вот этот X4, вот считай история, как вот он открылся в 20-м году. Накс нахуй, да? Прикинь, Накс просто, ебать. Я еще звал тогда пана и еще кого-то, какую-то девочку. Две или три девочки с ним пришли. Они, короче, играли, когда я гильдию только создавал. Они мне там голду скидывать помогали, там профы мы качали вместе. Все это там записано, блядь. И, короче, мы создали. Немножко в Накс походили. Ну... Чуть-чуть стали его убивать, и там ульду открыли, короче. Там еще какой-то РЛ присоединялся, блядь, не помню, в Алторе какой-то вар, блядь. Ну вот он играл там, он из своей гильдии РЛ, что-то у нас там пытался. Короче, я гильдию ту распустил где-то весной в мае, что ли, ну месяца 5, наверное, поиграли. Я ее распустил, мы потому что в ульду пришли, а там она апнутая, нахуй. И я ее, короче... 2-3 босса убивали, нахуй. Вообще, блядь, вайпались на Игнисе. Ну хули, урон большой, блядь. Не, мы понял, тут нормально. Мы пацаны. Ну, тут есть люди с первого статика, конечно, не спорю, да. Но именно таких заряженных тут от силы 3 человека, 4, понял. Остальные все левые люди. И мы уже пожарника начали закрывать на 2 или 3 КД. Ну и все хэмы, соответственно. Это вот когда на X2 открыли хард. Нет, вот сейчас статик я свой про свой говорю, который я собрал. Не, ну заебись люди, когда не тупые. Когда опыт есть. Ну, преимущественно, да. Есть, конечно, залетные тут пиздец. Но я жестко фильтрую людей, кто во время РТ там ничего не пишет, доджит, сидит на других чарах, я это вижу и просто кикаю нахуй. Ну, правильно, хули. Кто он не в опозданцах не описывает, не предупреждает. Вот залетели в гильдию, блядь, 2-3 недели сидят, одной РТ сходили, у них по 400-500 ЕП, блядь, и они сидят в гильдчат в дискорде, читают, блядь, от них ни привета, ни ответа. Их, им пишешь, они игнорят. Ну ты, типа, как с такими людьми быть? А они потом еще что-то пишут, обижаются. Некоторые. Ну, правда, такого серьезного ничего не было, на меня больше ДВшники обижались, понял, которые сюда приходили, а я сразу говорил, МСК время, РТ и все такое, и кто приходит с ДВ, типа, и вы о своих плюс 4 мне не напоминаете, и сидите максимально долго на РТ, минимум 3 часа. А если вы выходите один раз в неделю на 2 часа, вы тут особо не нужны. Кого-то приходилось кикать, кто-то сам не пытался. Вот либо поменять отношения. Это Дарнхольд, блядь. Старый Хилсборд, короче. Смотри просто, нахуй. Конь с лича,
Да у меня то. А, не, у меня тут, кстати, так и нету на шамане непобедимого. Ебать, как так? Да, как-то не получилось особо СВК им фармить. Короче, я на себя метку повешу, если что-то так видит приблизительно. Бомбочки тут берем, вот у этого типа. А вот, справа, справа, справа. Где, где справа? А, вот это. Вот он стоит, эльф. Так, а взял я, нет. Дальше пивком. Ну, у тебя ты на диалог нажал, все, у тебя в сумке должны динамик появиться. Да. Пошли. Антиагрится мог бы, нет? Да пофиг на них, 20 левел. А-а-а. Пешком еще быстрее, чем на полетке. Так, а кто у нас танк-то? АДК. А у меня тут Волонир есть, он на шамане, облатной вообще. Геровский, который, ну да, у вас только да. Геровский. А тут понял, начали типы собирать, я видел, с асгардов обычку решили собрать. Понял, думали заобузить щит. А во-первых, как щит работает? Он вешается 15% щит именно от зашедшего хила, а не от общей хилки. Правильно? Нет, он вешается даже если оверхил идет. А, да? Да. Но суть не в том. Все равно, какой левел 245-й, проеб статов почти в два раза. Ну и по механикам именно сирусовским, тут именно прилетают ваншоты. Им полезен этот ланир с щитами будет, вот эти, знаешь, накрутка, как раньше, с корнем была, вот этим ебанутым, блядь. Там, по-моему, основная хуйня, что он дамаг входящий снижает, если не ошибаюсь. Вот нет, там чисто щит вешается и все. Там больше ничего нет на ланире на том. Только щит. Не-не, я с про проком... тот, который геровский. А, нет, геровский, да, он, короче... Сейчас. Что тут он делает? Сначала дает баф, ты когда вешаешь первый баф. Он дает тебе баф хила. Где там танк дрочит, блядь? Вот, он дает баф хила. Касание титанов. Да, и снижает наносит. Сколько? Блядь, там прочитать. Что, это трэш, это бить надо, да? Да, все, бьем. Хочешь, почитаю мне, я просто до конца не помню, как сколько там дефка что дает. Там, короче, когда второй прок вешается, на кого ты повесил, 10, спустя 10 секунд, если он не спас от смерти. Вот, вот этот вот, смотри, сейчас щиток висит. Что он дает на шамане? Длань хранителя оберегает вас от смерти просто, и все. А потом вешается баф на минус входящий урон 5% и наносимый урон на 10% увеличивает, понял? И опять же спасает от ваншота. Ну и плюс тебе хил дает. Так, сейчас надо бочку активировать есть еще, чтобы босс активировался, этот динамит ты брал. А мне надо? Вот это. А, тут ну уже все, тут можно одну бочку в пятером сразу нажать, понял, если одновременно нажать. На маунта садись вот тут. Ты квесты взял на отвагу? Нет. Ну пофиг. Главное кристаллы потом с ласта лутани. Все, он через лейтенанта кливы. Он фиряет периодически быша крутит, может дизарм быша сует. Бать, ты мне такие вещи говоришь, что... Я нахуй такое не исполню, блядь. Я знаю, что ты меня наебываешь. Да не, ну, пока привыкнуть к кнопкам надо, я уже, блядь... А я знаю, я сам туда, когда приехал, вот, не играл полгода, бля, вообще пиздец, непривычно банально на кнопки нажимать. Смотри, ну я буквально... Просто кончился я буквально... вихрь, я нажал дизарм, да? Буквально день посидел, понял, оно все вспомнило. Фигня. Еба, это босс был, что ли? Да, первый. Ебан, так, ну он активирует, что-то. Ладно, пойдем назад, он активирует. Отлично. Че, не помнишь этот инст БКшный? Да БКшный-то, ну, этот-то помню. Просто тут на Сирусе я его не играл. Ну тут он типа актуал, да. Ну, сначала тут было тяжело, блядь. Тут без Т5, без 280-го левела вообще было делать нечего. А то и без бисовых типов. Ну то понятно. И если на рандоме прокола, эта фигня сразу все ливали.
Ну я сейчас на мужика бывает в ШП понял, как в хиле регу, и даже тут проношу вообще на изи. Просто на танк и щиток кидаю периодически всякие обновления, если надо. То есть тут на скиллухе можно и без хила это все проходить. Шаман там это со своими 54к считает, ну, нас за говно, да? Ну в смысле меня за говно, да? Ну у него жесткий клип с Т6. У меня будет Т6, посмотрим, что он говорит. Ну тут варю в таргет прям нормально ебут с Т6. Это стоп ДПС считай. Один из стоп ДПС. Ну там сейчас маги жестко ебут. Ну как обычно, в принципе. И где-то ШП поебывают тоже. Ну, отчасти, знаешь, на самом деле, плюс-минус равны спеки. В бисе уже все зависит от рук. Ну и где-то от количества усилков с брюлями. Но не сильно, уже не так сильно. Если у тебя основной кап усилков 400 плюс есть, то остальное так. Уже зависит в основном от скиллухи. Да, где-то в манекенов ты кого-то не передамажишь. Ну, увы. А вот именно на динамичных боссах чаще всего решают руки. А так хиджал вообще там изи. Поначалу, конечно, жесткий он был, да. Но это опять же, это как дизурон делает инсты, блядь, чтобы затягивать время в начале. Ну. А так все хуйня. Мы сейчас фармим в день хиджал, заходим, бронзовое святилище, заходим, убиваем и зорта. То есть 3 инста за инст. Правда, недавно это делать начали, но все равно. Так, где-то спулили, да? Где бой, блядь? Снизу, что ли, ну? Да нет. Хуй знает. А, вон, сзади бегут. И хуя, откуда он их привел, блядь? Тут уже босс, он запускается, капитан. Ему надо свет небес кикать. Ну, тут есть кому кикать. Да, чё там танк этот пиздует? Но вот скажу тебе по секрету. Сейчас, погоди секунду. Этот шаман не очень. Вообще не очень. Ну, дамажить вообще не умеет рейдить. Снизу ДПС, блядь. Рекаунт. Еще понял, пишет, блядь, не хочет тебя брать, глядя на твой левел, блядь, как дал бы леща, нахуй. Да хули... Таким всегда становишься, когда вот, ну, ты одетый, допустим, ну хули, нихуя так-то разница, блядь. Знаю. Одетый, не одетый, блядь. Вот я говорю, я залетаю на рандоме вот в эти новые РБК, и мне похуй, какой там танк, какой там чё, блядь. А 90% серва тут начнёт чейсвэшить, блядь, давай кикать, давай хуикать. То есть люди вообще тут мало кто старается, блядь. А ещё есть, сохранилась такая хуйня, где, типа, друликов нету, типа... Берем его, да? Ну, это может там в топовых гильдиях, в Асгардах там будут на тебя смотреть, если будешь плюсовать. Ну, в остальном зависит все от знания контента в топовых гильдиях, первых статиков. Так, а босса-то запустили этого клоуна, блядь? Побежали на... Хуй кто запустил, да? ДКшник запускает уже. А, ДК АФК вообще стоит, блядь. Хорошо, блядь. А так, конечно, тут все уже БТ заждались, блядь. Год в этом хиджале сидели. Ну, в натуре. Они, блядь... Уже заебал. Он уже и реворки Т5 этот дизурон делал, и Т4 апали там. Оно лучше, чем Т5 работало у половины спеков, блядь. То
То есть максимально затягивают время, то есть вроде как уже разработчиков много нормальных набрали, там прям видно у них в этом плане, они развились хорошо. А все равно, блядь, сервер максимально коммерческий, все максимально, лишь бы денег насосать, блядь, затянуть. То есть, блядь, все эти реалмы вот эти новые, это максимально у них отвлекает от того же X2, то же самое X4 какую-то там изюминку ему, как бы... придать, чтобы он был также жив. Ну, а в итоге на него решили забить. Потому что доната там как такового нет. Из-за этого вышел X5 отчасти. Так, вы там куда-то поехали, я, блядь, в Дизи Челику пишу. Самый прикол, блядь. Я, по-моему, мобилку не выставил эту орковскую, нахуй. А, ну бывает. Ну вот пока бегаю на РБКшке, вспоминает там что-то. Кровавое неистовство, вот эта хуйня. Оп. Еще надо запустить этого панжа. Еще раз. Так, мы если что, 3 инста подряд регаем. Ага. Тут 3 новых РБК, где топовые кристаллы падают. На полироле. Ну тут много чего поменяли, упростили. Ты, кстати, видел, там новые вендоры есть с 277 шмотом за ОД. Делоранит. Да, но я опять на мишку купил на сову 3 куска. Ой, на сову. Может там что. Может, что себе найдешь там под замену. Что-то одет, кстати. Нихуя у тебя фетиш, чешка, блядь. Ты так для того контента был топово одет. Ну да. Лук 284. Ну, тебе свайши нужен с двумя сокетами в первую очередь. Ну, как раз сегодня ЗС, КХМ, посмотришь, может, что перепадет даже с нулем ЕП. Может быть такое, там уже вары вроде как милики одеты. Планя тут кроме печенек, только если. Что-то он у меня там про ТТГ спрашивает. Я не хотел этого. Свой шанс. Я пойду навстречу своей судьбе, друг. Чё там, последний босс остался? Насколько тут еще? Ну сейчас тут, да, последний моба. Ну тут будет босс. Ебать, как бы ты знал, ну, я так заебался гильду тянуть. Я же их учил там всех с нуля. Ни Халиона, никто не знал. Ну да, там, когда выходит на освоение ТРС, блядь, ссылка от Джайна, это жестко там. Поначалу очень потно, блядь, когда гира не хватает. Там прям тютелька в тютелька все делается. Мы несколько КД, 3 или 4 КД робота не убивали, блядь. Тупо со спеца. Ну, ЗС обычки. О, ЗС, сука, обычка. Понял, понял. Это только слепца, и то нахуй. Со второго или с третьего, когда я ебанули. Ну ничего, как бы. Я ушел уже, когда ну, распустил Вайшу, только не убивали. Ну я с Люжинов ушел, они Марагрима не могли еще убить. Это ты в Хэйме. Да, прогер. Ну я ушел не из-за того, что там кто-то еще не мог убивать, потому что там люди максимально вообще пивными стали и забивали хуй на Рэла. Че он там командует, блядь. Даже я там пытался помогать Ваге, блядь. Да и меня игнорили. Ну, вплоть до того, что было, мы стоим на слепце в ЗС-ке, блядь. У нас 5 локов. Вот прям 5 локов одно пати, фиолетовое, блядь. Мы что-то упали. Почти всех масредствами, там 2-3 тела, блядь, встали телом, понял, духом. Мы стоим перед боссом, Вага, мы уже бафаемся, Вага дает чеки, блядь, на пул отсчеты, нахуй. А эти пидоры не могут шкаф поставить, я весь чат заспамил, понял, блядь, шкаф, шкаф. В Дисе специально не говорю, потому что, чтобы не мешать ему там в Дискорде, блядь. А им похуй. Ну я просто пятерым раскидываю по сотке, блядь, и они все ливают с рейда, понял, пятером. Ну это пиво максимальное, блядь. И я говорю, ну, блядь, раз так, то я вот так, нахуй.
Посмотрим, кто круче, блядь. И потом я смотрю, они через месяц, кто там большинство выебывался на меня. Типа, я незаслуженно их там душу, блядь, понял? Типа, они косячат, блядь, не по своей вине, ну якобы, блядь. Когда там варчардж не может на Марагриме в полете нажать, чтобы мобы не появились, блядь. А потом мне рассказывает, что он агро в Кливе не может набрать. Типа, иди нахуй, черт, блядь. Понял, мне пишет ПМ, блядь. Типа такого, блядь. Мол, я долбоёб, нихуя не понимаю. То есть я максимально людям что-то говорил, ну, на что-то указывал, на косяки, если я вижу, что, типа, это, они что-то не так наверняка делают. Если я сам не уверен, я всегда молчал, сидел. То есть, ну, люди там такие, типа, охуенными себя считали, блядь, на словах. Я решил особо с ними нервы не тратить и ушел на Альянс. Надо было это раньше делать. Мне кажется, Вага сам пиво, блядь. Ну, отчасти он не пиво, он просто людей много щадил. Я не наказывал. Много поблажек давал. Да и сам проебывался из-за этого. Где-то. То есть, какой рел, такой рейд отчасти. Это тоже работает. Вот если ты сам хуёво следишь где-то, какие-то свои же принципы нарушаешь. Ну вот банально, чтобы все там где-то равны в каких-то условиях, никто там где-то не лучше, не хуже. В плане фласок, там, допустим, кто-то ЛКшную, кто-то БКшную может выпить. Ну вот вплоть до такого, до таких мелочей, блядь. И до самого уже такого, чего-то глобального. То есть либо все максимально равны, да, там где-то, если кто-то лучше играет, ты можешь где-то его выделять, где-то там лишний раз, ну, пощадить, где-то там не упрекнуть, там, как-то мягче обойтись. Потому что, понимаешь, где-то отчасти, может, он там реально не виноват, ты где-то разберешь его ошибку где-то максимально. А если какой-то дебил там умирает по КД, блядь, на него даже уже внимания не хочется обращать на второй, третий РТ, блядь, ты его потом просто молча кикаешь и все, блядь. Но тут я тоже людей максимально сейчас, вот, которые вступают, я с ними максимально лояльно все им рассказываю, блядь, от и до. Меня больше напрягает то, что... Я говорю, спрашивайте, что непонятно. Вот максимально часто это повторяю. Босса лутай, а кристаллы с него. Ну, тут какие-то кристаллы эти, блядь. Понял, все лутай, они стоят... Собранный кристалл из 5 кусков стоит там 3000 где-то. Вот этот разноцветный. Mm-hmm. Ну, люди в основном, я так понял, приходят... Много кто, у кого есть мейны в других гильдиях. Но... Ну, кто-то, может, хочет там себе новую гильдию подыскать. Кто-то, я слышал, там с Асгардов приходили, блядь, чат мониторили. Ну, есть адекватные люди, но они либо хуёво очень играют, блядь. Очень сложно тоже, знаешь. Но я стараюсь вот в эти все психологические моменты не влазить, блядь. Ой, у кого-то квест не сделан, походу, у тебя... Бери, делай эту хуйню, иди ящики там подсвечивай. Ты еще мой, может, помнишь, как он делается? Так, что делать? Так, ну, у тебя дали итемку. Разбиватель чар, вот эта хуйня? Да, да, вот, иди ящики тут юзай. Так, а где? Выходи быстрее наверх, подымайся. Подымайся, выходи наверх. Они еще, блядь, типа троллят, а кто тут у нас, блядь? Кто квест не сделал? Шутники ебаные, блядь. Вот первый ящик, ну вот остальные по дороге они светятся. И сколько их надо? Ну, 5 будет, потом в конце инста надо будет, как босса убьем. Там подождать ивент, прилетит дракон, ему сдать квест. Все, 4 из 5, сейчас 5 из 5 будет и гоу. Где он тут, блядь? Там юзают, все, 5 из 5 пошли. А куда сдавать? А, там у входа, да? Там нет, там потом вот тут у Хроми сейчас вроде что-то будет, и потом продолжение. Тут просто когда, понял, этот... Если квест сделан, можно ивент вот этот стартовый на мосту пропустить, когда там Артас пиздоболит. А-а-а. Типа если у всех вот. Сделан. А, ну помню. Да, такой. Если квест сделан, да, и он вот эти лишние 5 минут экономится. Не, ну так, знаешь, в основном люди тут нормальные сейчас остались именно на X2 преимущественно, вот, которые в гильдиях сидят... Которые хотят как-то на результат играть, которые, видно, стараются. И они не обижаются, когда ты на них орешь, блядь, за какие-то косяки.
То есть, говорю, тут люди максимально взрослые, понимающие, блядь, таких всяких школьников. С ними нет уже желания никакого, блядь, сюкаться. Вот эти, знаешь, там, хотелки их, блядь, под них подстраиваться. Это уже максимально заебало, блядь. Что у Тосмана было, блядь, что в Иллюжинах было. На Альянсе я так, знаешь, на самом деле заметил, люди посерьезнее играют, чем на Орде, блядь. На Орде просто много людей, но там, блядь... много посредственных. А Тосман это кто, Асгард? Тосман это Орда. Была у него гильдия такая, ты еще играл тогда, но ты, видимо, может, особо на них внимания не обращал. Они были тогда Тосман, Гаджетина, Хант был. Помню. А, Витю Пиво, помнишь? Помню. А как называется? Сейчас у него Пики Блиндерс. А, ну и тогда было тоже. Так что... Ну, они там что-то убивают, фармят, но он особо не поменялся как человек, блядь. Пидор, короче. Черт, ну. Вообще черт ебаный, ну. Сколько раз, помню, с ним попадался в Пугарейде, там, в ЦК по приколу ходил. Ну, вот на него просто понял, внимания вообще не обращаю нихуя. Ну, он, я его даже не в ЧС ничего не кидал, то есть мне на это похуй было. И он в один момент меня там замечает, что-нибудь начинает мне писать, понял, подъебывать меня, какую-то хуйню. Ну, такой, короче, долбоебушка. Ча, погоди, телефон. Займите позицию, а я просто... Чё от него тоже с ним... посрался, это такой человек, который просто людей использует, и пиздец. Ему вообще на всех похуй. Но он за бабами, он любитель побегать. А, пизду, это вот Осман, о чем мы вообще, по-моему, разговариваем. Нахуй, ну... да. У нас тут своя заебись атмосфера, блядь. Люди максимально... на игру... на рейд играют. Я стараюсь их этому учить, кто во втором статике. Так, а чё за второй статик-то я взялся? Потому что в первом тоже пиздец начался уже происходить. А чё тут? Кто... ну, уже много кто поуходил, опять же. В офлайн. Из тех, из основы, кто был тут изначально. Типа, чтобы добор был, отсеивание какое-то? Ну да, отсеивание, чтобы, понял, сразу не брать, хуй пойми кого. А где... кого-то взять и пораньше, и поодевать тоже можно. А где перетягивать. Доп... это второй перс какой-то есть? Да, ШП. Вот уже у меня, считай, плюс два человека из первом статики. Плюс танк. Ой, не плюс танк, наебал. Плюс медведь, плюс... ну да, он может и медведем быть, если что. А так у него хант. И плюс маг перетянул со второго. А во втором пока у меня медведем. В общем, движуха идет уже. Вроде как недавно начали, а прогресс уже прям заебись. Ну, спасибо первому статику отчасти, что люди есть, пару человек помогают. Я веду, они там лут ролят, понял, ЕП раздают. Девчонки. Чудненькая, да, вот это? И Ксюха, лето пивом шма. А как тут с этими, с воронками? Они типа в дефиците, нет? Сейчас нет, они 700 голды стоят. Не типа, могу скинуть, если надо. У меня там где-то 4 банки лежит. Ну, какое-то время голдраны была тема движуха, она и сейчас есть. Ну уже просто статики там подсобрались основные, которые фармят. Продают всем пару статиков. У того же Тосмана на Орде и тут на Альянсе пару статиков. Так, нам вон туда. По флажкам тут бегать надо на мини-карте. Волны появляются. Они стоят там сзади долго. Не, ну серф прогрессирует. Да, онлайн похуже стал, но... ну, как говорится, качественных людей лучше теперь проще найти. Которые тащат.
Но в то же время они уже, знаешь, нашли себе большинство статик, где сидеть играть. Мало кто сейчас мигрирует. То с основами. Ну я смотрю, у меня так репутация по нику какая-то есть. Много кто ко мне тут пошел с других гильдий. И некоторых я даже знаю. Ну, видел в плане где-то. Конечно, с работы не так времени уже тут в игре сидишь. А сама игра уже отчасти подзаёбывает начала. Опять же, это было тоже одним из моментов, почему я решил второй статик сделать. Тоже уже скучно было. И в то же время горело от того, что людьми, которыми нихуя не прогрессируют, я не мог ничего сделать. Хотя вроде как офицерка была уже, понял? Ну, у меня там ребята нормальный коллектив, конечно. Были кринжовые типы. И, мать, сколько я-то, видишь... Я себе по итогу Велнир-то напало собрал, но как раз собрал и уже перегорел потом. Не, ну я, знаешь, я так просто начал в последнее время к игре относиться, чтобы не перегореть. И знаешь, это из основных людей, с кем я тут играл, ну и статика. Нравилось играть, чтобы как бы их не подставлять, не кидать. Я просто либо без диса вообще на РТ заходил, либо не слушал их, понял, мутал. Чтобы, знаешь, чисто сидеть для себя, играть, стараться там за другими следить, не гореть от людей, понял? Чисто на сидишь на игру, играешь для себя. Чтобы как-то максимально не гореть и оставаться в игре при этом. И как-то, понял, не забрасывать чаров. Просто серф-то интересный, на самом деле, мне тут понравилось. Да, PvP анбалансное идет прогрессию. Ну, когда 8.9 было, еще, знаешь, еще нормально было. Это особо не чувствовалось. Хотя милики тогда уже чувствовались, когда... Как они душат. Кто умел ими, именно ими играть правильно, грамотно. И выжимать из максимума из них. Из всех этих брюлей, категорий. Да. Типа какие-нибудь роги там. Ну, плюс за дрот, да, и плюс за дроты, понимающие свой класс. То есть это были машины для убийства. Вот. А так, ну все равно альтернатив уже нет особо. Либо АФА, либо Вармейн, если ПВП. В плане ПВЕ обычный лич уже точно заебал. Вот максимально. Я что, из циркуля-то тогда ушел, у меня и мага спиздили. Вот прям как, знаешь, хорошо это все сложилось. Я уже прям искал себе повод, лишь бы оттуда съебаться. Но было просто отчасти жалко этого мага. Там сколько маунтов, сколько ачив. Пула 8, блядь. Плечи, там, голова. Все редкие маунты, блядь. Там, петух, тигр этот, голова, блядь. Все было, то есть... А потом просто я на фанпей зашел, нашел какого-то чувака, блядь. Точнее, хотел найти чувака, и потом мне малый посоветовал, говорит, вот чувак с фанпея продает, покупает чаров, понял? И я ему просто показал этого мага, понял? Он зашел на него, посмотрел, блядь. То есть он не заходил нахуй никуда. Вот он подбежал ко мне, на меня посмотрел, понял? И потом, бац, у меня в один момент, нахуй, он пропадает с аккаунта. Там же был перенос чаров. Но ты когда переносил чара, у тебя уведомление на почту приходило, типа, понял, вы подтверждаете действие всю хуйню. А у меня даже уведомления не было, блядь. То есть, понял, он увидел бисовый маг, ага, туда-сюда. И я потом увидел его, понял, с ренеймом, и он бегал там, кричал, продаю, продаю, и ВЛК чар этот выставлен был. А потом хуяк я смотрю, и Вирджин закрывается через 3 месяца, как я начал на Сирусе играть. Как у меня, сука, прям радость вообще была даже с этого, блядь. Я помню, прокачался уже, да, когда на Сирусе уже 3 месяца активно играл, где-то плюс-минус. И я что-то захожу в группу в ВК и вижу анонс, блядь, типа, все, на сервер сдох, блядь, все, группа закрыта, все закрыто, блядь. У меня прям вот реально как камень с души, блядь.
Да мне, в принципе, уже было похуй, когда я начал на Сирусе качаться. Я же ушел к твиночке, к этим всем, они меня сюда позвали отчасти. Я уж думал на вов забить на самом деле. Это они меня что-то позвали, говорят, да давай, нам шаман нужен. Этот шаман вкачанный, приз БСный был. Я у этого Лока понял, этого Мохито. Помнишь Мохито? Да. Он мне Лока отдавал там какого-то полу, почти бисал там. 106-200 ПВП, ПВЕ. Ну я там в демоне нихуя 20к ДПС почти давал на сурке, блядь, этим Локом. С объектом и сталиком, блядь. Ой, с чешкой, да, там две хостовые трени было точно. И я, короче, поменял этого Лока, когда тут на Сирусе, помнишь, эта хуйня была, типа можно было чарах менять на БС. Угу. Взял, ебал его. А прист, я переносил приста на этот, на Изенгард, я помню. И просто забил его. Ну и вот, и начал с этими ствиночками, со всеми тут бегать. Ну и вроде как мы договорились, вот мы сейчас меня докачиваем. Там чуть-чуть бегаем РБК, открываем мне квест, они-то уже все сделали, там где-то уже бегали 240-е, тут уже Т4 фармили, апали, понял, мульти, гурский, там еще кто с ними, Равен был, по-моему. Равен. Чучулан. О. И что-то мы бегали, все уже, начали там охоты делать, и это, блядь, дура нахуй себе Лока, понял, делает, БС берет. Когда у нее был паладин, типа мы договорились, я хил, она хил на паладине, эти ДДшники, мы там либо добираем статик, начинаем, либо куда-то вливаемся. Вот. Они начинают бегать с ней Локом по квестикам, там что-то туда-сюда, опять ее одевать, качать профы, понял, все вот эта хуйня. Это еще затягиваться начинает чуть ли не на месяц, блядь. Я начинаю параллельно регать БГ, понял, и типа забиваю на их движуху хуй. Ну, мы типа договаривались, мне это неинтересно нихуя бегать по инстам вот этим дрочить, я уже бисовый для них. Я хожу охоту там, вот в соло хилю почти чуть ли, блядь, типа Они и тогда магика Грула еще было сложновато в соло хиле. И вот, и она типа понял, с такой предъявой пишет в один момент, блядь, в гильд-чате. Я с Равином еще что-то аренить там параллельно начал, понял? Бегать Коттер, Шам, мы там бисовых типов убивали, второй, первый кат, я помню, бабуинов некоторых ПВЕшных, блядь. Весело было, мы бегаем там четвертый, пятый каты, блядь, еле-еле одетые, нахуй. Они там уже с абузом ПВЕ бегают, ну, через контроль, ну, не суть. И в один момент она пишет в гильчате, типа, блядь, с такой предъявой, типа, вот, вы там, блядь, не помогаете гильдии, нихуя, свои БГ там ПВП регаете, понял, всякую такую хуйню. И я на это понял, читаю, смотрю, и просто пишу в чат, говорю, да ты, говорю, ведьма ебаная, говорю, охуела, что ли, совсем, говорю, да пошла ты, говорю, нахуй. Говорю, ты, говорю, мы о чем договаривались, говорю, мы, типа, развиваемся, а ты берешь, блядь, Лока и начинаешь опять его заново бегать там со своими хотелками. Мультю там с Гурским они максимально задушил, они у тебя, блядь, под каблуком просто, блядь, уже на шее у них. Вот чуть ли не до этого, понял? Ну, я так не говорил ей, я вот ей максимально там пару слов сказал, ты, говорю, охуела, ведьма. И, короче, она меня... Я ливнул с гильдии, понял? И она мне пишет потом в личку, в ВК, я ее ни в ЧС никуда не кидал, и она мне пишет в личку, в ВК... Чтобы ты, сука, сдох, и все твои родные, блядь, их на тебя только столько сил потратило, понял? Когда я там ворвался к ним ДЦшникам в пати, блядь, и только за счет этого мы там начали и на БГ отчасти разъебывать этих скайволов. То есть я там и с этими диспелами все божил, делал. Ну, блядь, вот как есть говорю, я видел, что вклад отчасти мой в это был, блядь. В этой пати, блядь, в развитии всего этого. И она такую хуйню мне пишет, понял? Последний момент, блядь. И кидает меня в ЧС. Да дура, блядь. И я думаю, бля, вообще пиздец. Вот как так, да? Столько с человеком время, ну сколько мы? 3 года где-то почти вместе играли, блядь. БГ или все вот это активно, блядь. Да, мы там бегали за ней, там все постоянно. Юля, да, там где-то отчасти это было поначалу прикольно, там, ну да, за девкой побегать. Ну потом, знаешь, ты понимаешь на подсознании, что это все в интернетах, все это несерьезно.
А, мультик, урские там подарки, все там ей что-то донатят, блядь, понял. По очереди к ней приехать хотят, хотя она сама с вагоном, блядь. Уже ей там в школу он скоро пойдет, блядь. Понял. И что-то как-то, знаешь, мне в один момент, блядь, со стороны это все так кринжово стало, блядь, я уже, знаешь, как-то... Знаешь, потом жалел, что я с ними время потратил. Но в то же время, блядь, многому у них в плане игры я научился тоже. Особенно у мульти. С Равином. Не, там типы нормальные. В плане скилла, да, она молодец, она умеет играть, да. Но как человек, блядь, она такая конченая, нахуй. Ну вот в натуре королевна, блядь, у ней прям корона даже. Вот ты сидишь, у тебя с монитора прям блестит, когда в ее сторону смотришь, блядь, слепит, нахуй. Ну, вот как есть, говорю, как бы я не любил людей за глаза осуждать, блядь. Ну, я вот ей буквально это в глаза ей сказал, когда мне эту хуйню она написала в личку. Она мне в честь... При том, при всем, она сама ничего никогда не сможет ни рейлить, ну, так, типа, попиздеть, но не на себя. Не, ну, она вроде как там что-то где-то они там гильдии держали потом же, блядь. Тут я видел. Мне кажется, это все хуйня. Ну, что-то я видел, они на X4 начали... В одной гильдии туда-сюда, что-то где-то побегали. Я так иногда поглядывал на них. Ну, просто было интересно. Я с ними понял, пересекался. Tomorrow Sunday называется, они там были. Да, потом да. Ушли. Потом они ушли, да. Что-то свои. И в итоге я увидел у них Medard гильдию, понял? Как старая с циркуля тема у них была. И там какой-то, по-моему, тип вернулся, старый Рел. Она, я так понял, его подтянула, понял? Что-то тоже какой-то движ был, и потом смотрю, там тоже у них все вроде как, ну, что-то происходит сейчас, не пойму. Ну, вроде как что-то они делают. На X5 в итоге, а не на X5. Да хули там на X5 ловить, я вот не понимаю, на какую категорию. Но потому, что она осталась одна, от нее все эти ушли, чуваки. Мульти, Гурски, все, их нет. Никого. Ну, я говорю, дура ебанутая. Она сама до этого довела, отчасти. Вот, знаешь, это как она мне отчасти как Тосман своим поведением. Только этот тоже вот бегает за девочками и также, блядь, людей использует свою выгоду, блядь. Найдет себе каких-то пару особенных пиздализов, понял? И везде с ними там, либо... с собой, либо как будто там куда-то их сводит, поможет, понял. Ну, блять, мне такие максимально люди противны, мне прям вообще не хочется с ними никаких дел иметь. Доказывается, что они такие есть. Печально, конечно, когда люди по 30 плюс лет а себя так ведут в игре, блять. В интернетах, нахуй. Но все равно я о людях стараюсь другого мнения держаться, как бы там ни было. Ну, некоторые просто сами до такого доводят своим поведением, своими поступками. И вплоть до того, что не один я так думаю. И не навязывая при этом это мнение никому. То есть, знаешь, не написывая каждому в личку, вот, не играй с ним, не бегай с ним, он хуёвый там, зачем ты к нему там идешь в пати, вот такого в этом роде. Знаешь, такие есть люди, блядь. Вот, блядь, это мне пиздец, я всегда с этого охуевал, блядь, с этого момента. И прям когда я вот сюда вставил, пришел, я охуел, как я раньше вообще сюда не ворвался, пожалел. Хотя меня звали, с Иллюжинов меня перетягивали там. Когда ты ушел, когда Настя потом туда ушла, это дыр-дыр. Угу. У меня на Ютубе, кстати, видос есть самый этот, как сказать, самый просматриваемый, там 27 тысяч просмотров, нахуй. Мы там сидели с япончиком, с Настей вот этой, и с паном, и смотрели, короче, фильм «Кто я», блин, Джеки Чан. И комментировали, видишь, походу, блин. Я помню, увидел, как япончик на видосе ДЦ-шит, блядь. Кто-то еще, нет, кто-то увидел, понял эту хуйню в конфе, говорит, посмотрите, как он ДЦ-шит. А то, по-моему, Настя это и была, блядь. Просто как тип на хиллботе спамит, короче, таргет, на котором дебаф щита висит, а он этого не видит, понял, он не понимает. И он дальше рейд не хилит, и у него раз человек падает. Короче, ну это не суть, это один момент какой-то там мы увидели, поражались с него, понял. А так да, япончика я помню тоже, да. Он сейчас, по-моему, на X5 играет, я что-то видел. Просмотрел, где-то он попадался мне на глаза. Может, это просто такой же ник?
Чё там топ-дамагеры? Не убили мобов, блядь? Бля, я не пойму, почему у меня не проходит... А, это маги, ёбаный брод. А почему она у меня отображается? Ну, я, короче, второй по рекаунту, 26 тысяч. Лема 30. Я посматриваю, да, ты так, я смотрю кнопочки, уже подспомнил, как нажимать, да? Да хули, ну... Видишь, я в инстах этих еще тысяч, надо тысячу лет не было. Запустить этого дебила. Запустили? А там какой-то босс, да, есть? Да это маунт там квадратный падает, а, блядь, дракон. Там, он не нужен нам, да? Да это коричневый, только для ачивки 100 маунт. Ебать, мы в натуре тут долго, нахуй. Долгий геймс, пиздец. Ну это самый долгий. Ну, топе потом просто по дамагу, там, если не проходит, он затягивается. Если не успеваешь убивать мобов, там они выходят и выходят, выходят и выходят. Из порталов. Ну-ка, обнулю рекаунт. Ебать, он уже сдох, нахуй. Еще и настакать не успел, нихуя. Двадцать две тысячи, у мага 52, у шамана 36. Ну, шамана можно улучшить, я тебе говорю, у меня есть телем 36. А что тут, сундук или что, где это хуйня, где кристалл? Вот сундук, да. Так, стоп. А куда это бежать? Тут не запускается, надо еще раз запустить, потом сейчас убьем. И а тогда ивент сработает, спустится дракон, и ему сдашь квест. Ой, ебаный врат. А, это чтоб потом, типа, в следующий раз не ждать. Вообще, я когда делал квест, он с первого раза работал, блядь. Чё-то сломали, нахуй. А, это вот этому пидору надо, да, это задавать? Тут просто после убийства босса должен прилетать хроме, блядь. А-а-а. Но его нет, он багается, надо еще раз убивать. Так у меня сейчас сделано. Только подождать надо ивент. Тыкаю на превосходство, а кровопускания нет. Но... Все, ждем. Что, сундука нет? Нет, все, потому что утонули. Сейчас спустится эта шляпа. Ебать, бля, тут... вверх смотришь, ебать, глаза слепит. Ага, туман такой. Интересно, какой опыт у этого шамана? Он вообще понимает, как Халеона во тьме крутить, блядь? Так, ты Хроме там квест сдавал, чтобы дальше продолжение было сюда? Так, сейчас скажу. Королевский эскорт в Амалгане с убит выполнено, блядь. Кому надо знать? Вернитесь к ней, когда Амалганец будет убит. К ней это кто? Хроме. Ну вот, она должна сюда, шляповая, усатая, прилететь, блядь. Не, я не вижу пока никакой шляпы. А попробуй глазом перезайти. В инст перезайти? Бой да, вечер. Глазом. А, стой тогда. А он маунт пошел шибить. Может из-за моба того, что не убитый, типа. Где эта шкура, блять, натуре? Может из-за этого моба, типа, не появляется она? Да ну не знаю, давай убьем.
Овсянка, сэр. Где эта курва? Че, опять перезапускать? А тебя вообще показывает где-нибудь в инсте квест сдать? Можно, нет? Да нет, значка нету. А, ну, блядь. Ну, коут это дальше, ладно, потом сделаешь, похуй. Реально какая-то хуйня, блядь. Блять, вот куда они спешат? Получается сидеть дальше АФК в Делоране, нахуй, черты, блять. Ну просто за танком бежим и все. Сейчас, стой. Где? Сейчас шах умрет, как дебил, блять. Ну ничего, так могу по 600 тысяч. Все, тупо за танком. Он сейчас соберет, потом мы в центре убьем. Главное не запустить медива, к нему не подбежать, пока этот трэш жив. Ну, я помню, на циркуле в эту хуйню ходили, кричивки делали. Ну, тут прям нормально ебет, если не бисы. Ну, так-то да, мобы жирные. Тут сейчас увидишь, как танка будет пиздовать, ну. Ему сразу в ланир, наверное, буду кидать. Он еще ДК без блоков, блять. Впитывает, как губка, да? Угу. Так, тотемы. Ну давай, дура, блять. Бля, почему у меня рендж по ебанутому так показывает? Я вроде рядом с ним, а у меня серый фрейм. Надо что-то, блядь, поднастроить. У меня вуду как будто недавно слетел, блядь. Понял, Big Brother поставил. Этот баф, классный. Аддон. У меня все нахуй слетало, блядь. Почему-то. Именно в вуду. И главное, только один профиль на шамане. На присте все нормально было. Че, вот ставил, блядь, отспыл рейндж. Очки я 50 тысяч дам. А, все, я понял, почему он так срабатывает. Частота обновления маленькая у меня стоит. Чёрт, он запустил кто-то, да? А, все, да. Ну и все, бегаем по порталам, да чё. Кто тут с нами? Витя, блядь. Уши греют. Здравствуйте. Здрасте. Сборище алдов. А Витя это кто? Да это Фил. Вот это, который... ДК, да, был? Да, да, да. ГМ гильдии, да, по-моему? Да, да. А, привет. Здорово. Это я, пиво. Пиво? Пиво, пиво, пиво. Да, Вить. Пиво, пиво. Блять, я помню это. Что-то мы там еще договаривались, как ролить. Это вот этот пиво был. Yes. У тебя тоже гильдия какая-то была. Yes. А я так думаю, нихуя люди здороваются, вниз заходят. Нихуя тут у тебя гильдия получается. Супер вежливая. Упростите, блядь, петушинная такая же, как клон. Угу. Охуевший черт, понял, видите? Да? Есть один, блядь. Который думает, что ему все можно. Но на самом деле. Видел, кстати, слышишь, что, Кира? Этот чувак съебался.
Какой? Савола? Ну-ки. Погоди, кто? Ну, это ДК, который вчера ШМ собирал. Шина? Кицуне? Да-да-да. Журнал, погоди, а где? А, да, ливнул, бля. Хуесос, блядь. Я вообще не знаю, как ты его вчера не кикнул. Я бы его нахуй сразу кикнул. Не, ну, блядь, он мне написал, типа, затягивается рейд в ЦЛК. Ну, мы когда уже сколько были, 2 часа на РТ, блядь, вот реально такое ощущение, он там как будто только на ребра зашел, когда мне написал, блядь. Хуй с ним, значит, ливнул и хорошо, он рачина еще тот был. Я смотрел на него, как он мувается, это вообще просто кровь из глаз, блядь. Ты же знаешь, петухам тут не место. На Ларе, блядь, говоришь миликам, выбегайте к РДД, чтобы перья упали в РДД, блядь. А он бежит просто вперед на охоту и не понимает, как камеру ему развернуть, чтобы бежать к РДД сразу, блядь. Я на него смотрю и просто вот так ору. И главное, в подряд. Вот он в подряд прям так делал, блядь. Как будто, знаешь, отчасти специально. Как будто выключил звук в диссе, нахуй, сидит на своей волне. Не, ну, я не знаю.